Госдепартамент США включил Азербайджан в категорию стран с риском терроризма и угрозой безопасности. Информацию об этом распространен Госдеп в четверг, 11 января. Оповещением направляющиеся в другие страны американских туристов об угрозах их безопасности во время путешествия размещено на сайте Госдепа. Целью создания данной системы является усиление защиты граждан США за рубежом. Все страны мира поделены на четыре категории с точки зрения безопасности путешествия. Категория 1. Достаточно обычных мер предосторожности. Категория 2. Проявите повышенную осторожность при посещении страны. Категория 3. Пересмотрите свои решения о поездке в эту страну. Категория 4. Не путешествуйте в эту страну. Деление является условным и носит рекомендательный, а не обязательный характер. Азербайджан относится ко второй категории, как отмечается на сайте системы, в связи с риском терроризма. Особенно настойчиво в Вашингтоне не рекомендуют посещать Нагорно-Карабахский регион в связи с конфликтом.